Третий ресет и еще одна пачка секретных миссий и поручений появилась в игре. Если взять все эти три еженедельных обновления и соединить, контента получится в сумме как на DLC «Проклятие Осириса». Привет, Страж, меня зовут Джонни Лейни, и это канал Triple Vibe. Новое высшее испытание от Петры. Снова достаем холодную бутылочку настойки королевского листа и отправляемся искать портал в высшее измерение на просторах города грез. Нашли. Вот он, в локации Хребет Керры. На этот раз хорошая новость для моих аскетичных зрителей. Испытание проще закрывается в соло, поскольку стрельбы тут минимум, а прыжков максимум. Лишние вайпы от союзников могут вам только помешать. Перемещайтесь в портал и прыгайте вверх по платформам. Будьте осторожны, на пути будет куча снайперов одержимых и долбанных катапульт, уж они вам нервы потрепают. Забирайтесь наверх, тут вас будет ждать босс. На него не жалейте ульту и тяжелые патроны. Я бы советовал усыпляющий симулянт, наиграйтесь с ним, пока его не занерфали. Убивайте босса и прыгайте к сундуку за наградой. Кстати, заранее предупреждаю, что тут в портале есть скрытая деталь лора. Около огромной статуи на левой стороне лежат кости Ахамкары. Соберите их для коллекции и для того, чтобы было что почитать перед сном, а то с этими видосиками на ютубе одна деградация. Вот и все поручение. Пошел дальше осваивать контент, писать гайдики, а вы уж не пропустите их, я ж стараюсь. Подпишитесь на канал, поставьте лайк и до связи.